Uh, אז היום אני אעשה את המסר שלי על בסיס פרשת השבוע. (אומר בערבית ומתרגם:) פרשת השבוע זה ויקרא. (אומר בערבית ומתרגם:) ובעצם בחמש פרקים האלה שבויקרא מדובר על uh, קורבנות, איך לבצע אותם, מה האופן הנכון לעשות אותם То, в первых пяти главах недельной главы, в этой недельной главе книги Левит, и расписываются, каким образом и какие жертвы нужно приносить, по какому случаю. Все про жертвы. И первый вопрос, который я хочу задать себе и всем нам, что значит жертва? И почему так много говорится про жертву? כל הכתובים אנחנו רואים המון המון דוגמאות לקורבנות ולמה הם נועדו? למה הם שימשו? ואם אנחנו נסתכל על אחת הקורבנות הכי עתיקות הכי קדומות שאנחנו מכירים זה

И если мы попытаемся задать тебе вопрос, откуда они вообще взяли, кто им сказал, кто от них потребовал, с чего они взяли, что нужно принести жертву, у нас нет такой информации. И нет никакого текста, нет никакого источника, от которого мы бы могли знать, что такое жертва. И то, что я думаю, лично мое мнение, это они получили такое откровение на инстинктивном уровне. Например, когда я кому-то говорю спасибо, кого-то пытаюсь чем-то отблагодарить. Вернее, я что-то кому-то делаю хорошее, то человек пытается меня отблагодарить словом или делом. Но с другой стороны это приводит в какое-то состояние давления, что если я кому-то что-то хорошее сделал, он не обязан отплатить. Или это просто инстинкт, когда автоматически мне дали шоколадку, я, естественно, в ответ говорю спасибо. אז לפי דעתי קין והבל זה מה ש... זה הגיע אליהם אינסטינקטיבית, פשוט להגיד תודה לאלוהים על, על זה שעשית בחיים שלי, על זה שאתה מביא לי, זה, זה כבר בא טבעי. ועכשיו אני רוצה לדבר, להביא עוד כמה דוגמאות על קורבנות, אבל לא כרונולוגי. אז היה גם דבר כזה קורבן לפני מלחמה? (אומרת דברים בשפה ראינו לדוגמה את שאול המלך, שהוא לפני שהוא יוצא למלחמה הוא מביא קורבן וכך אלוהים עוזר הוא בעצם מביס את הפלישתים ויש קורבנות שהיו מביאים במשכן ורוב הקורבנות שהיו מביאים במשכן זה היה או מתן תודה או זבח לאלוהים וכל הדבר הזה, כל הקורבנות האלה לרוב היו מגיעים או קורבן יחיד או קורבן Uh, и uh, мы знаем, что жертвы, которые приносили в Киении, это было uh, в основном жертвы благодарения uh, и восхваления, и приносились uh, или uh, за себя, или за народ. Комбрань, גם, uh, uh, и также, естественно, были жертвы за uh, грехи uh, народа. עבור דבר כזה צריך להביא קורבן כזה וכזה ועשוי בצורה ספציפית. (אם מבין שאתה זרזני וידי גריחוב, פרנסילס רזני וידי ז'רטף). וכשאנחנו מדברים על זבח ומנחה... קדם מגברים זה ז'רטף ובלגדרניה אילי... מה זה מנחה? זבח, מנחה זה כמו... בלגדרניה היא אוקיי, אז יש שתי דברים. יש, לדוגמה, זבח ומנחה זה שניהם זה קורבן אוקיי אני קצת אפשיט את המילים יש דבעה וידה ז'רט ובלגדרניה פרס נזנה ככה כן אז זבח לדוגמה מה שמשתמשים במילה זבח כשמביאים קורבן על בשר בשר לרוב ובלגדרניה ומנחה זה מה שקשור לצמחי А, одна жертва была, когда заколали жертву, жертва заклания, приносили мясо, а вторая жертва, когда приносили приношение, фрукты, овощи, что-то не связанное с кровью. И, и, естественно, жертва заклания была намного более тяжелая по весу. И когда мы говорим про жертву, первое, что нам приходит в голову, это когда Бог что-то для меня делает хорошее, как я ему отплачиваю в качестве благодарения. И он отвечает на наши нужды, и оно получается как будто каспомат. Мы...

קורבן אמיתי זה משהו שמגיע מהעומק של הלב שלנו, מהעומק של הנשמה שלנו. איסטינה ז'רטוה איסחודית איס גלובינין נשי דושי נשי וסרצה. זה דבר שיקר לנו וקשה לנו להיפרד מזה. איתה שטוד אשטונמות שאין דורגה אינם סלוז' נשית עם רסטצה. ואנחנו... וקורבן אמיתי זה משהו שאנחנו באמת צריכים בדגש להוציא מהלב שלנו, משהו ש... Истинная жертва — это когда что-то, что очень дорого нам и близко к нашему сердцу, мы должны пожертвовать это Богу. И одно из ярких примеров, которые мы один из ярких примеров, которых мы, мы видим в Писании, это жертва, которую он собирался принести Авраам. Он кибал, он когда он пошел для того, чтобы Богу принести в жертву своего единственного возлюбленного сына, сколько лет он ждал, чтобы получить его, и когда он только дождался, и он вырос, Бог попросил его принести его в жертву. Мы <coughs> И мы знаем, что Бог ему сказал: принеси мне в жертву Сына Своего. Он не думал два раза, он собрал все, что ему было необходимо, и пошел на гору для того, чтобы сделать то, что Бог сказал ему. Он не спросил у Бога, почему, почему именно это ты требуешь, не задавал лишних вопросов, повиновался, встал и пошел. Но, естественно, внутри мир в нем перевернулся. Я думаю, что он предпочел бы принести в жертву себя самого, чем своего сына. Это его продолжение, это его поколение, это его будущее. Но, несмотря на это, он пошел до конца и он доказал Богу свою любовь и свою веру. Ee, וגם רואים הגבלה מאוד ישירה לישוע. כמו שכתוב ביוחנן פרק שלוש פסוק שש עשרה. כך נביסנא ואיואנא ואיואנגלות אוהנה תרית גלוי שסנאסתם שיחיה. כי כואב אלוהים את העולם עד כי נתן בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погибнул и имел жизнь вечную. И вы просто обратите внимание и подумайте о том, какая, какая милость и любовь незаслуженная от Бога к нам грешникам. Те люди, которые опять и опять оставляют Бога, несмотря на все то благо и добро, которое Он сделал в нашей жизни. И каждый из нас может свидетельствовать о великих чудесах но проблема в том что мы так часто привыкаем к тому хорошему что бог дает нам что мы уже не обращаем на это внимание мы думаем что это все само собой разумеющееся то что тот добро что существует в нашей жизни и нет никакой связи с богом и вместо того чтобы быть исполненными благодарности Богу отдать всех себя ему господу и так как он отдал всего самого себя ради нас בו לפעם, просто придаем его каждый раз раз за разом и uh, мы даже не обращаем на это внимание и и таких твердолобых и упрямых, как мы, сломленных и неблагодарных людей, для таких он отдал своего единственного возлюбленного сына. И если быть честными, эту жертву мы никто из нас не заслужил. ובכל זאת הוא בא לגאול אותנו כדי שנשב לימינו בחיי עולם. נקודה שנייה. זבח תודה לאלוהים. לפני זה דיברנו על קורבן ו... До этого мы говорили про жертву, что значит ее значение истины. Теперь мы говорим про жертву уст благодарения. И я хочу, чтобы мы открыли послание к Евреям, 13 главу, 15 стих. כתוב לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלוהים היא פרי שפתיים עמודות לשמו בפסוק הזה אנחנו רואים שתי פעולות Uh, в этом стихе мы видим два действия. Во-первых, мы будем приносить uh, жертву, uh, приносить жертву. שזה, uh, uh, это значит сделать жертвоприношение. А плост уст прославляющих имя его, это значит, что наша жертва будет основана на благодарении, uh, которое исходит из наших уст.

Первое действие намного более сложное. Нам нужно оторвать от себя и принести в жертву. А второе, действие, оно более радостное. Оно основано на прославлении и поклонении Богу. Но две два этих действия не могут работать один без другого. זבח תודה לא תמיד מגיע בתמורה לעשייה כלשהי. אני אביא דוגמה, ילד שהצליח במבחן או ילד

Cheering cheering. Воодушевление, похвала. а благодарение это и происходит на инстинктивном уровне, как мы уже говорили до этого. И благодарение в основном приходит как реакция на что-то хорошее, что нам дали или сделали. И по той же причине мы благодарим Бога за то хорошее, что Он дает нам. Мы говорим, вау, Господь, какой сегодня у меня был хороший день, благодарим Тебя. התקבלתי לעבודה שתמיד רציתי, תודה ישוע. יא פולצ'יל רבות, הוא נקטו ערכתי לרבות, את ספסיבי וגספוט. הספיקו לי הכסף לקנות דירה, תודה ישוע. אם יחבאתי לדינג שטוב בקופית קברטיר, הוא ספסיבי וגספוט. ואחרי שאלוהים בירך אותנו, שמר עלינו וסיפק לנו, אנחנו מוכנים באמת להגיד תודה. И после того, как Бог благословил, сохранил нас, мы готовы сказать Богу спасибо. Мы видим Его руку в нашей жизни, мы рады, мы благословляем и прославляем Его. Но такое спасибо, оно очень легкое для нас. Это спасибо не связано с жертвой и с приношением. А если будут времена бурь и испытаний, когда сложное мы не... Мы не преуспеваем ни в чем. Или когда у нас день не такой, который мы ожидали, который бы мы хотели. Когда у нас возникли проблемы дома или проблемы на работе. Когда учеба не идет и дома постоянные ссоры. Все негативное приходит в нашу жизнь то именно это время самое правильное для того, чтобы благодарить Бога. Несмотря на то, что логично в нашей голове не придет такая мысль сказать Богу спасибо за все то плохое, что у нас есть. Наоборот, в такие моменты мы думаем, что Бог отдалился и забыл, что мы вообще существуем. ואנחנו כבר לא רואים את הטוב שלו עלינו לתת זבח, תודה והלל בזמנים קשים? Это истинная жертва. Благодарить и прославлять Бога за то, что мы вообще не понимаем. Но именно это правильное время отдать свою жизнь и посвятить свою жизнь Ему. Принести жертву хвалы и благодарения. Потому что это действительно стоит это сделать. У Бога есть свое время и свои причины для всего, что происходит в нашей жизни. Он всегда остается нам верный. И он остается верный, он с нами и в на сложных временах также. Особенно те, которые прилепляются к нему. Те, которые не оставляют его, когда им сложно. באלוהים, «Тавили, тавили, тавили, и те, тавили. которые не используют Бог как коспомат. принеси, дай и все, и все такое. Это люди, которые приходят готовыми для жертвы. Для того, чтобы пожертвовать себя Богу. И Бог остается им верный. Uh, давайте мы откроем книгу Наума. Первая глава, седьмой стих. טוב אדוני למעוז ביום צרה ויודע חוסי בו. אם אנחנו לא מסוגלים להודות לאלוהים בזמנים קשים. אז מה שווה ההודיה שלנו בזמנים קשים? קלים. (צוחק) כשאנחנו מחליטים להודות לאלוהים בזמנים קשים. (צוחק) האמונה והקשר שלנו מתהדק איתו. (צוחק) עכשיו במלאכי, בואו נפתח מלאכי. (צוחק) פרק שלוש. (צוחק)

דורנית מפני אדוני צבאות ועתה אנחנו מאשרים זדים גם ניבאנו אושי רשעה גם בחרנו אלוהים והימלטו אז נדבר נדברו יראי אדוני איש את רעהו ויקשב אדוני וישמע ויכתוב ספר זיכרון לפני, לפניו ליראי אדוני ולחושבי שמו והיו לי אמר אדוני צבאות ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד איתו ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו дерзностные предо слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользу, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, Внимает Господь, слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Он говорит здесь интересную вещь. Он говорит, почему мы, те, которые верим в Бога, должны страдать. И а uh, почему те, которые не верят в Бога, живут как они хотят, делают все, что им в голову сбредет, и Бог как будто не обращает на них внимания и не наказывает их? И мы видим здесь ответ в этих местах Писания. אומר, Адонай, וישמע, לפני лир... לפניו, Адонай, и здесь говорятся, что... Uh... Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Его. Он пишет книгу. Он записывает и тех, которые идут за Ним, и тех, которые не идут за Ним. ואלה שהלכו ודפקו בו ועשו מה שאלוהים אומר להם וסבלו בשבילו? אלה שהביאו קורבן מעצמם לעשות את זה אלה שהביאו קורבן מעצמם לעשות את זה להם הוא יביא סגולה ויחמול עליהם על אלה שרשם שייכים לו כמו שהבן שלו שייך Те, которые принадлежат ему, он будет относиться к ним как к сыновьям. و, uh, тода, И благодарение нашему Богу должно не основываться только на том хорошем, что есть в нашей жизни. של של Или uh, то на делах, uh, которые нам нравятся в нашей жизни. היא צריכה להיות מתמדת כמו שכתוב נקריב בכל עת זבח תודה לאלוהים ואני רוצה לסיים עם פסוק מישעיה פרק עשרים ותשע פרק עשרים פרק עשרים ותשע פרק ויאמר אדוני יען כי ניגש העם הזה בפיו И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами Своими, языком Своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. И говорить и говорить спасибо языком очень легко. Вопрос в том, спасибо, которое мы произносим, исходит ли из нашего сердца? И именно по этой причине Бог не принял жертву кайна. Не потому, что жертва была слишком простая, но потому что она не была от всего сердца. И я хочу uh, вас ободрить для того, чтобы вы были постоянно. Чтобы вы uh, постоянно были как факел в этом темном мире, в, тем, в темные времена. И действительно, чтобы עם הקורבן שלו, מה שהוא חושב, נכון לאלוהים, שזה יגיע מבפנים. (אומר יש לו בקעש שדה ז'רצה, איסטינו עד סיבו סרצה (אומר בערבית: מעומק הלב שלנו, כי הוא ראוי). (אומר בערבית: יש לו בקעש אני רוצה לסיים בתפילה. יחד ואי? אדון יקר, תודה לך על ה... הזדמנות לחקור וללמוד את הדבר שלך. (דורגל) 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 Спасибо, Господь, за то, что Ты не разочаровал нас, несмотря на то, что мы часто разочаровываем Тебя. Спасибо за то, что Ты любишь нас. للомехир. Спасибо, что Ты не просишь от нас цену за это. Благослови Господь, чтобы мы поняли, что значит преданность и жертва. Как Авраам, который шел за тобой до конца и не задавал вопросов, несмотря на то, что было тяжело. Потому что ты записываешь нас в твоей книге. И ты всегда на нашей стороне, даже в сложные времена, благодарим тебя, Господь, за все. Во имя Мессии. Аминь. E okay.